Концепция ультрабука была разработана корпорацией Intel и впервые озвучена на выставке Computex 2011. Он был выбран для обозначения нового поколения ноутбуков с тонкими и легкими корпусами, высоким уровнем быстродействия, длительным временем автономной работы и не слишком высокой ценой. Одним из первых ультрабуков, который приехал в Украину, стал Acer Aspire S3. Эта модель весит 1,4 кг и немного напоминает MacBook Air. В наиболее широком месте толщина его алюминиевого корпуса составляет всего 1,75 мм. Хотя несколько лет назад такой показатель считался неплохим результатом для смартфонов. Корпус оказался очень прочным, а панели ноутбука практически не прогибаются даже при сильном нажатии. Дисплей удерживается крупным шарниром, на который вынесена кнопка включения и два системных индикатора. Раскрывается S3 почти на 180 градусов, хотя такой большой угол вам почти наверняка не понадобится. Аккумулятор этой модели сделан несъемным, и такое решение помогло дизайнерам радикально уменьшить толщину ноутбука. 13,3-дюймовый экран с разрешением 1366 на 768 пикселей получил глянцевое покрытие, которое становится причиной появления бликов. Отчасти этот эффект удалось сгладить с помощью практичной матовой рамки. Уменьшение толщины корпуса стало причиной не совсем обычной расстановки портов и разъемов. В частности, на боковые грани вынесен только картридер и разъем для наушников, а все остальные интерфейсы вынесены на заднюю панель. Также на задней панели находится вентиляционное отверстие. Расположенные по боковым граням динамики выдают достаточно чистый, но не слишком громкий звук. Комнату средних размеров он не наполнит, однако мощности динамиков вполне достаточно, чтобы вы смогли посмотреть новое видео на YouTube. Aspire S3 оснащен удобной клавиатурой с разделенными кнопками, и за исключением клавиш курсора, Page Up и Page Down, они сделаны достаточно крупными. Тачпэд с поддержкой Multi-Touch получился очень крупным, а его навигационные кнопки объединены с сенсорной панелью. Ультрабук работает на базе двухъядерного процессора Intel Core i5-2467M с пониженным энергопотреблением и тактовой частотой 1,6 ГГц. Также наша модель получила 4 ГБ оперативной памяти, интегрированную видеокарту Intel HD и жесткий диск на 320 ГБ, плюс твердотельный накопитель на 20 ГБ. В ходе тестирования Aspire S3 набрал 5284 балла в PCMark 05 и 3223 пункта в 3DMark 06. Это означает, что у компьютера вполне достойный уровень быстродействия, и он легко справится с файлами Microsoft Office, таблицами, базами данных, фильмами и веб-сайтами. Ультрабук поставляется с лицензионной 64-битной операционной системой Windows 7 Home Premium, предустановленным Microsoft Office 2010 Starter, сервисами Windows Live. А для защиты данных используется бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials. Как и все остальные ультрабуки, S3 предлагает базовый набор портов и разъемов. На задней панели вы увидите два интерфейса USB 2.0 и порт HDMI для подключения внешнего монитора. Там же находится разъем для зарядного устройства, картридер и разъем для наушников, расположенный на боковых гранях. С беспроводными коммуникациями у лэптопа все в полном порядке. Кроме стандартного модуля Wi-Fi 802.11bgn, здесь предусмотрен модуль Bluetooth версии 4.0, особенность которого заключается в низком уровне энергопотребления. Классический сетевой адаптер здесь не предусмотрен. И такое решение еще раз указывает на то, что в первую очередь компьютер предназначен для работы в беспроводных сетях. Литий-ионный аккумулятор ультрабука имеет емкость 3260 мАч, и по этой причине для аварийной перезагрузки используется специальная клавиша на днище. Длительного времени работы батарея не продемонстрировала. В тесте Battery Eater Pro ультрабук продержался 5,5 часов в режиме чтения текста, а при использовании интернета с включенным модулем Wi-Fi время автономной работы уменьшится до 3 часов 20 минут.